Вот такие вот красавцы бегают тут по полям и во дворах. То есть теоретически они принадлежат кому-то, вот, но никто не знает кому, вот, только хозяева знают. Вот такие вот красавцы прибегают. И кушают тут что-то. Вот так вот выглядит пристань. Все достаточно простенько, базово. Тут все посмывало, поэтому сейчас потихонечку ремонтируют, делают все красивее. Всего вот этого вот лавочек и так далее здесь раньше не было. А вот, вот тут здание. Вот так вот. Вода вообще бирюзового цвета, теплая. Сейчас едем на соседний остров. Где-то 5 минут езды. Ну вот так выглядит остров. Здесь натопленный корабль, можно посмотреть, поснорклить. Ну и так далее. Путешествие стоит где-то 50 манга, то есть туда-сюда. Это приблизительно где-то 30 австралийских долларов, может быть больше, плюс-минус 35. Как-то так. Здесь был раньше резорт, то есть можно было здесь поспать и так далее, поесть. Вот, но вулкан полностью все смыл, и после этого никаких резортов здесь больше уже не было. Вот видите, вот такая вот покосившаяся хижина там. Вот мы сейчас на берегу, там где я остановился. Вот здесь пальмы. Вот дрэгон, дерево, если не ошибаюсь. Вот кусочек. Волны. Видите, там волны такие. Сейчас приближу. Волны такие конкретные, вот, но здесь вот, в принципе, все гораздо спокойнее. И в этом плане, конечно, получше, чем в Сиднее. Потому что, ну, в Сиднее обычно, если волны есть, то там конкретные волны. Вот, если нет, то это обычно какой-то залив. Тут надо, наверное, брать ботинки, потому что камни.
Вот, ну вот так вот. Пляжи, пляжи, пляжи. И там то же самое. Как-то так. Проезжает дорога через кладбище. Кто не знает, это страна кладбищ и церквей. На самом деле, потому как это самое первое, что вам сюда бросится в глаза. Церквей здесь просто немеренное количество. Ну и кладбища тут мега модные, с светомузыкой. По ночам там, когда едешь, там на кладбище вот эти вот рождественские огоньки светятся на некоторых нет. Здоровенные такие плакаты, где там показывают, кто умер. Вот, то есть как-то так вот. Ну а мы сейчас будем здесь в Сиднее или вообще в Австралии, мягко говоря, обычно запрещено. Да, вот. Ну, вы, конечно, можете на какой-нибудь дикий пляжик заехать, там что-то сделать, но в основном, если вас поймают, то там будет конкретно